Вот опять чьи-то следы. Слышите? Звук бензопилы. Я где-то рядом. Приветствую подписчиков и гостей канала Походный оптимист. Меня зовут Дима. Сегодня я направляюсь в гости к Илюхе. Точнее, в его баню у реки, которую он наконец-то достроил. Вот, вышел на тропу. Иду на звуки бензопилы. Думаю, что как раз правильно. А вот та самая река. О, наконец-то. Привет. Здорово. Дима. Привет. Михаил, очень приятно. Рад познакомиться. Всегда был. Добро пожаловать. Да, наши, вот это вот. Скромные обители. Бунгало в наше. Больше. Оно когда на видео смотришь, как будто поменьше. Вот почти второй этаж можно сделать. Ну тут половодье может зависеть, поэтому мы сделаем на сваях. Штука. И слив там снизу в любом случае. Пойду посмотрю, что внутри бани. Вау. Да, внутри прикольно. Печка, говорят, очень дровожоркая. За счет этого они сейчас заготавливают много дров. Да, в общем, решили сегодня париться и купаться в речке. Холодище на улице. Давно уже я не проживал. Пару лет, наверное. Я думаю, что стоит попробовать опять. Ничего, морозы уже скоро пройдут. Наступает весна. А значит, приближается один из самых добрых праздников нашей современности. Это 8 марта. Будем поздравлять любимых женщин, мам, жен, дочерей и сестер. Но, к сожалению, не всегда мы можем это сделать лично. Как раз для таких случаев существует сервис, который поможет. С русским букетом легко порадовать своих близких, даже находясь за 1000 километров от них. Тут вы найдете большой ассортимент, в котором представлены не только цветы, но и полноценные подарки для любого повода. У сервиса автоматическая система расчета заказа, сразу и без доплат. И удобная разнообразная система способов оплаты. Можно расплатиться любой картой мира и не только в рублях. Но помимо сайта, у русского букета также есть удобное мобильное приложение, где можно сделать заказ еще быстрее и проще. А еще каждому букету в подарок идет открытка, текст для подписи, который можно ввести прямо в приложении. Команда русского букета стремится сделать свой продукт максимально удобным для людей и не упускает ни одной детали. Каждый день они прилагают все усилия, чтобы опыт клиентов на каждом этапе заказа был только положительным. Как я уже упомянул, 8 марта не за горами. И для такого случая будет особенно полезны два секретных слова. Оптимист даст вам скидку 15% на первый заказ. И лес для скидки 10% на все последующие заказы. Оба промокода будут действовать до конца марта. Так что скачивайте приложение по ссылке в описании и закрепленном комментарии. И радуйте своих близких. Вообще огонь внутри. Причем этот вагонка выглядит довольно естественно. То есть за счет того, что все остальное такое лесное, самодельное, вагонка не бросается особо в глаза.
Сейчас Илюха у нас будет кашеварить. Что сегодня у нас на ужин? У нас овсянка, сыр. Отлично. Ребрышки в казане сделаем с овощами. Так, у меня какое-нибудь занятие тоже найдите. Он дрова покалит. Отлично. То один дрова, второй готовить, а я хожу как неприкаянный. Я понимаю, как же гость, там все дела. Сидел. Ну скучно будет. Пока Илюха готовит, а Миша занимается баней, я покалю дрова. Это и не даст мне Да. Пока Илюха там кашеварит с Мишей, я хочу заценить стол, который сейчас Илюха сделал. Вот на такие вот подвесил тросики, и я заметил одну вещь. Они довольно неплохо звучат. А нажатием на стол можно регулировать тональность. Вот сейчас закинем овощички и будет очень вкусный у нас ужин. Держи, сувенир. О, благодарю. Смотрите, какая красота. Привет из баньки у реки. Красиво очень. Классный магнитик. Привезу домой. Вот здесь, кстати, у реки Илюха камни не смог найти. Лес такой без камней. Но он нашел окаменелую древесину. Это реально окаменелая древесина древняя, представляете? Такого я еще не видел, чтобы печку обкладывали. Видишь, дым поперся. Что, даже прямо если чуть-чуть приоткрыть, так? А он уже, тут дырка есть. Видишь, щель какая? Там этого вполне хватает, чтобы он прогрелся. Да, один пошел. Кочегарим печку, банька по-черному. Но она будет не совсем по-черному, она будет наполовину черная, наполовину белая. Метис. Сейчас печка разгорится, раскочегарится, сидуря, потом мы закроем топку и дым валить не будет. И пока ей нужен кислород. Как и нам. У меня еще пригнуться, кислород есть. Красота. Пацаны хотят сначала поесть, потом париться. Ну, может так и получится, потому что банька еще не протоплена. Будем накладывать. Ух ты, какая вкуснятина.
Всем приятного аппетита. Всем, кто будет кушать вместе с нами. Да. И нам самим, и вам тоже приятного аппетита. И вам, всем приятного. Тоже. Как может быть аппетит неприятен в таком месте? Полдня готовился, все наказание. Начну с овощей. Что это у нас, картофан? Да, картошка, морковка. Горячая. Топим по-черному. Жалко, только вагонка закоптиться может сверху. Я взял плавки и шлепки. Ага. О, дым. Тема опахала. Сюда вода, короче, под эту крышку. Может, трубу нарастили? Из-за этого как-то херово стало. Может, она быстрее раньше выходила и было лучше. А теперь ей приходится дольше идти. Может такое быть, нет? Ну, да, мы же не трубу греем, а печку. Вот сам факт, что... Нет, дым, ты говоришь, не помещается. Вот он раньше такой хлоп и вышел, короче, а теперь хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Да, если вот здесь вот сделать, убрать искрокоситель в этой фигне, у меня тут пластины наварены внутри, чтобы оно вот так вот обходило. Да, понял. Вот из-за этого дым тормозит. Да, вот его убрать, и оно, в принципе... А он у тебя где стоит, прям в самом низу? Нет, сверху вот где-то сантиков 5 отверх. То есть там вот сантиков 5 вот так вот, и тут вот, то есть вот так. Ну отсюда и изнутри можно рукой дотянуться? Так, ну сейчас попробуй. Сейчас замерну. Посверлить длинным сверлом просто. Да я это, можно болгаркой срезать, там убрать его и обратно приварить. Блин, обратно приварить, как ты приваришь это обратно? Генератор. Поверь мне, это проще, чем блин, там, сверлить этими сверлами. Толстое сверло по металлу прям насквозь, если только дырок сделать. А сверху потом заваривать? Почему через отверстие с трубы? Ну, можно трубу подпилить немножко, тут она длинная. Заодно вот это вот вплотную встанет. Завесили шторами, стало намного жарче, теплее, точнее полотенцами. Вот, и Люхе сразу пришла в голову идея сделать здесь шторки в будущем из брезента. Тем самым разделять баню как бы на два помещения. Фух, так стало погорячее. Сколько там? 80. О, обалденно. Как думаете, до 100 поднимем? Давай попробуем. 100 градусов, да, уже? Ага, почти. 98. Фу, да, давно забытое чувство купания в проруби. Сколько? Года два я не купался, наверное, по-человечески. С удовольствием прямо сейчас это сделал, и у меня появилось желание сделать это еще раз. Ну, сейчас мы еще погреемся, наверное. Смотрите, как красиво выглядит. Смотрите, как красиво выглядит. Фонарь.
на печке. Сейчас просто, ну, приходится подсвечивать, потому что камера в такой темноте не будет снимать, но когда я свет выключаю, здесь вот очень круто. Так вот, наверное. Ну вот, друзья, мы попарились. Все уже собрались в обратный путь. Ночевать мы сегодня здесь не будем. Как вы видели в этом видеоролике, я вам уже показывал. Я привез сюда кучку магнитиков. Я привез сюда тетрадь, которая для посещений, для записей. Так, давайте оставлю я первую запись у ней. Первую запись после того, как она лежала в Илюхином домике на дереве. Теперь она будет отслеживать посетителей этого места. Так, ну давайте здесь, да, ниже получается. Да, или... можно даже следующую страницу начать. С чистого листа. Ага. Давайте, с чистого листа. Так, ну что, мне банька очень понравилась. Вот единственное, поначалу чуть-чуть казалось не горячо, но после того, как мы повесили эти полотенца, было просто огнище. Я даже уже думал, когда мы их снимем. Потому что мы два раза ходили купаться, и раз семь, наверное, просто выходили на улицу, и снегом даже мылся, и все равно жарко. Заходишь, опять до сих пор жара стоит невероятная. Вот. Решить проблему с печкой, чтобы она не дымила, и все. Собственно, это место будет нереально крутое. Кушал вкусную еду. Из казана. Общался с хорошими людьми. Место... полный огонь. Всем добра. Походный оптимист. Сделаем ступеньки к реке, может быть, еще отдельное строение поставим для отдыха. В общем, тут это место будет модернизироваться, потому что оно обалденное. Ну, на этой прекрасной ноте мы покидаем это место. Ночевать мы здесь не будем, да мы, наверное, не особо поместились, хотя при желании можно все. Вот, но плана такого не было изначально. Вот, попарились, покушали, пообщались. И сегодня будем топать обратно. Потому что завтра я утром отправляюсь в новый поход. В одно очень интересное место. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Подписывайтесь на канал Ильи «Тайные тропы». Можете посмотреть, как он строил, если вы еще не видели эту прекрасную баню. Да и много там других интересных видео и походов в том числе. Ну и, конечно, пишите свои отзывы и комментарии. Всего вам доброго. Пока.